сорт перца Аджилима. Это сорт родом из Перу. Острота этого сорта от 30 до 50 тысяч сковелей. Среди аджи этот сорт считается одним из самых острых. Срок созревания этого сорта 85-90 дней. Это довольно интересный сорт перца. В такой вот кустике могут достигать от 50 до 90 сантиметров. Ну, все в зависимости, в каких условиях вы его будете выращивать. Если будете выращивать в теплице, он будет больше метра. У меня он невысокий. То, что я высадил его маленьким. Вот такой вот красавец перчик. Вот такие вот плоды у него. Вот такие вот. Ну, плоды у него должны быть крупнее. Но так как у меня кустики не сильно большие, сантиметров по 40 в высоту. Вот. И такие вот соответственные плоды. Не сильно крупные. Вот еще. Угу. Вот. Вот такой вот красивый перец. У этого перца цитрусовый аромат. Его можно выращивать как в теплице, так можно выращивать и в цветочных горшках, на подоконнике. Также можно выращивать и в открытом грунте. Ну, в открытом грунте он должен быть с определенной влажностью. Он не любит очень яркого солнца, не любит высоких температур. Вот температура в этом году была аж за 50 зашкаливала. Хотя он у меня и под сеткой, ну, от такой температуры у него рост прекратился. И вот они у меня такие миниатюрные. Очень хороший сорт. Очень острый. Ну, среди аджи это считается одним из самых острых. Вот видите, дозревает от зеленого, потом потихонечку покрывается и становится таким вот ярко-желтого цвета. Очень интересный сорт. Так что выращивайте такой сорт у себя дома. Он очень компактный, не занимает много места. Этот сорт следует высевать с 15 по 20 февраля на рассаду. И вот он у вас быстро вызреет. Срок созревания, я же говорил, 85-90 дней. Агротехника выращивания этого сорта такая же, как и у сладкого перца. Ну, практически все, хоть сверхострые сорта, хоть декоративные, любые сорта выращиваются точно так же, как и сладкий перец. Так что не обязательно знать какую-то суперагротехнику. Единственное, что у каждого сорта свой срок вегетационного периода. Есть некоторые от 80 дней до 100, у других может быть больше 200, 250 до 300 дней.